А прошу, кто обзор уже запрол 400 лайков, хочу вам сказать огромное спасибо. А сейчас при Легендуар. Это уже вторая версия обзора, так как первая вышла меньше минуты, и я особо про чит и не рассказал. Хотя про него и нечего рассказывать. Мечты наверняка узнали после сливов исходников, конечно же, все недокодеры начали клепать свои пасты. Но давайте упустим этот момент и поговорим о нынешней версии Легендуара. Легендуара V4. Это будет последний обзор, где я покажу пункты, по которым я буду рассказывать о чите, а дальше без них. Про форумы нечего говорить, ведь это самый обычный шаблон. Хотя есть отличия от других форумов, где продают читы, а именно тут продают платные группы. Ладно, промолчу и перейдем к цене. Чит стоит 350 рублей в месяц, и стоил бы он хоть на 150 рублей меньше, был бы классный чит. Лучше Никсвара и хуже Спартак ВВ2, который вроде как должен выйти. Но чит стоит не 200 рублей, а 350. И этот сырой чит продают за 350 рублей. Ладно, об этом мы поговорим попозже. Лодер выглядит неплохо, и даже смена темы есть. После инжекта мы видим довольно неплохое меню, а также предрассмотр чансов. На основном ИСП нет, ну и ладно. Легитов в чите нету, инвертора тоже, фэлкуплы или листами не добавили, ну и его нету. Людей, которые говорят, что инвертор не нужен, раз таки нужен. Вот хочешь ты пик начало правым сайдом, входишь, а читер разворачивает твой десинку влево, и тебя забирают в реал. Ладно, переходим к визуалам. Тут уже неплохо. Есть неплохая кастомизация чамсов, также приятный ИСП. Менталь Ченджер, как в прошлой версии, хорош. Удобный предпросмотр агентов, скинов, ну и все. Я нашел только такие, которые дополняют функционал чита, хотя они должны быть по дефолту. А именно байпо, скайбокс, чейнджер, фок и еще пару ваш, которые просто нужны. Флешбот единственное, что и должно продавать чит, но он ужасный. Я буду балаболом, если скажу, рейдж хуже кряка. Наоборот, чит намного лучше кряка. Ну и убийцы его сложно назвать, ведь чит обсирается по своим приколам не меньше. Эксолер слабый, чит может как и Никсвар по приколу выстрелить в голову, когда прилетит на боди. Короче, легендар сырой чит, как вы поняли, сгорел с него я знатно. После этого может легендар и может стать лучше и допилить чего-нибудь. Нету, но и скорость предхака, как ты сомневаешься, что легендар будет лучше. Следующий обзор будет на онтап, дальше скрипты и ДНЛУ, надеюсь, дойду. Всем удачи и всем пока.